Улица Береговая в Кировском районе имеет важное значение. Через нее проходит большой поток грузовых и легковых автомобилей. Дорога ведет к жилым домам, промышленной зоне и транспортным развязкам. Ранее дорожное полотно здесь отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Самарские общественники наблюдают за процессами обновления дорожных участков и их сезонного содержания. Очень приятно наблюдать, что особо в зимний период, вот текущая зима, очень снежная, и постоянно идет расчистка данной дороги. Это приятно радует. Безусловно, ей уделяется внимание. С ремонтом дороги, конечно, благоустраиваются уже и дальше территории. Тротуары, ставятся павильоны, магазины, делаются парковочные места. Проезжую часть во время снегоуборочных работ расширяют. Пешеходные переходы и заезды во внутриквартальные территории регулярно очищают от снега, наледи и покрывают противогололедными материалами. Это помогает сохранить асфальтовое покрытие в нормативном состоянии, особенно при температурных качелях. Удается сохранить покрытие. Уделяем максимальное внимание. Мы всем дорогам уделяем внимание, но в первую очередь, конечно, мы стараемся следить за теми дорогами, которые были отремонтированы в рамках проекта БКД. Улицу Береговая начали приводить в порядок весной 2023 года в рамках профильного нацпроекта. Участок длиной 1 километр 300 метров обновили высокопрочным асфальтобетоном от проспекта Кирова до дома номер 5. Гарантия на новое покрытие составляет 5 лет. Контроль за состоянием дороги и циклом сезонных работ организован в постоянном режиме. Разрушений нет. Если разрушения появляются, их делают на гарантийных обязательствах. При уборке снег формируют в снежные валы. Для этого вида работ обслуживающая организация задействовала погрузчики, комбинированные машины и другую технику. Не обходится и без ручного труда. При тании снега весенние периоды возможно разрушение асфальта, появление там трещин. И поэтому важно и необходимо убирать снег, вывозить его с проезжей части. Всего с начала сезона с Кировского района вывезено более 85 тысяч тонн снега. В процентном соотношении это 25% от всего объема снега, вывезенного из города. Так, в ночь на 21 февраля в Кировском районе работала 31 единица техники и 17 дорожных рабочих. В минувшие сутки по всему городу снегоуборочные работы выполняли 3500 уборщиков и 551 машина. За это время ГИБДД со службы эвакуации отправили 6 автомобилей с улиц Дыбенко и Садовой на штрафстоянку. Темп работы не снижают. Более 5000 тонн снега вывезли на спецплощадки. За сезон они приняли около 363 тысяч тонн снежных масс. Виктория Шара, Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев. События.